Всем привет, меня зовут Шахлова, и добро пожаловать в библиотеку Школы перспективных исследований. Библиотека является одним из любимых мест не только преподавателей, но и самих студентов, и в принципе используется не как библиотечное пространство, но и как коворкинг. Здесь можно проводить лекции, заниматься групповой работой и просто наслаждаться тишиной и чтением книг. Великие книги являются одним из важнейших курсов, и они у нас есть. Часто гости САС дарят в библиотеке книги, и это уже стало хорошей традицией. Также в библиотеке есть книги по элективным курсам и исследовательские работы наших преподавателей, а еще 35 томов Ленина. Но моя любимая книга – «Руссо об общественном договоре». Помимо печатных изданий, у студентов есть опция «Электронные книги», которые они получают с 1 сентября. А у студентов любимая книга – «Русско-английский словарь».